Ну, район, метро Братиславская, декабрь 2023 год. Посылаю свое видео в прошлое, на 20 лет назад, когда я точно так же шел здесь. Со следующими словами. Ни хрена, друг мой, не изменилось. А впрочем, я не знаю. Видите? Вот раньше не было этой надписи. Теперь все стало гораздо лучше. Ну, а я сегодня ровно так же, как и 20 лет назад, посетил культурные места, в которых я пребывал тогда, из которых я без малейшего ущерба для себя на какое-то время вышел. Даже не то чтобы без малейшего ущерба, а с громадной пользой. Поэтому продемонстрировать свою автономность, это, знаете ли, самый зачетный трюк. Но никакой автономности в реальности нет, и я опять же это ни перед кем не скрываю. Никакой автономности нет у меня. Я существо полностью зависимое, абсолютно слабое. Единственное, что может быть моей силой, это мои идеи, которые, в общем-то, тоже они. Они всеобщие, эти идеи. Идеи высших достижений разума. Вот и все. Так что, чего и вам советую. Понятно, что, как говорится, все как в той древнегреческой этой. По-моему, Фалес Милецкий или кто шел, смотрел на звезды, упал в колодец. Ну, кто это сделал, не знаю. Так что, это да, есть такое дело.